Просто без добра. Не знаю, что вы там можете. Я написал в РТ, приходите. Надеюсь, вы не будете во всяких десятках там и всяких склепах сидеть во время РТ. Джерин, ты... А, все, ты написал. Кстати, когда лучше прожимать вот это талисман, менсподъем, вот эту штуку, крылья, там, божественное просветление? Со святой клятвой, когда надо отрегенить ману, либо когда танк очень сильно проседает и рейд проседает, нужно хорошо захилить все. Ну, так и прожал там. Тыкайте на сюда. Я, получается, под геру отдал клятву, там просто похилил, ну, захилил вас. И потом под клятву откатилась, там, будешь стоить и отдал. А потом вроде мана будет охуя. Че, Вуди, ты? Вот на тебе орел, давай, го, выпускаем, че. Я свой. Он... Прист один отошел пока. Ну так, может, без него начнем. Семеро одного не ждут. Вы все тут. Мавы, кресты. Давай, я каски. Кал, кулаки. Я уже раздала кулаки. Ебать, реги кончились, прикинь. Чё за хуйня это? А у меня маны, вот эти столик. А есть живс где-то? Вот он жив сейчас. Сейчас. Трое АФК что. Дайте горн ДК. Калк, повороте вот тут. Жесть. Горн. Не бафишь. Каба. Ой, да бани. Ой. Добро пожаловать, герой. Первый танчит тщеславие. Там я заберу счастливее, потом ты заберешь, я скажу куда. Вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. И? Кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак Пронзающий Бивень. Бой, герои! Твои чудовища не чета героям Альянса Тирин. Просто с пола дадите. Я видел и более достойных соперников в Багровом Круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин.
Дерево, выйди из огня. Эй, выше, выше. Убирай, счастливый. Нажми срезку. Так, тщеславие, давай правого. Я левого буду. Этот счастливый заберешь у него, когда есть. Вместе с ним там стой. Давай, забирай. Забирай, беги по рейду. Ой, да, кто поднял? Заберите с меня босс. Пролить честные. Вега, лужа, лужа, лужа. Пойди, лужа. По спиной не бегай никогда к боссу. Надо бить спиной. Отверни от рейда. Можешь баблом снять, если. Англиф. Когда в центр прыгнет, дай сакру. Сразу. Сейчас давай. Давайте прошу. Чудовища повержены! Кофей. Ресы теперь сами говорят.
все Павлу отдал, если вам что-то надо, принял. Катя, следующую. Каску дайте. Хотя сейчас, погоди, там кто-то, там Машуленька уходит, не? Уходишь? Да, да, уходим. Можно, да? Ладно, 24. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. А счастливый, спекайся в ретрика. В этом бойсе. Призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! У СВЕ есть телефон? Я думаю, ДК притянет. Нет, это как она. Погубит твоя самоуверенность. Тут я главный. Быстрее, герои, расправьтесь с повелителем, прежде чем он откроет портал в свое темное царство. Перед вами Рацус, эльфский повелитель пылающего легиона. Один маг, шока, помогайте мне письмо. А, Элем есть, кстати. Портал. Или выйти к нос. Тибаш. Носа. Там бабики. Полария на захит. Тут вулкан, надо будет дать мне типа вулкана. Добейте инфернал. Торн гербики. Бонг пошел. Сразу рецепт. Смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона.
и теперь вас ждет новый противник. Это фулба в порогу. Подлые собаки Альянса. Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой. Как кулак паладин. Чтобы справиться с ордынским отродьем. Тише! Успокойтесь! Надо кому-то что-то? Вообще, похрен. Собирайся. И поплатился за это. Турнир продолжается. Оффхенд нужен. О. Тыкайся назад в танк и счастливый. Кому нужен? По нескольким, да? Паролем туда. Запускаю. Ну, тихо. Да, запускай. Флаг паролем, да? А, здесь все. Нормально. Жителями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса Героев во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Пачеславия на варе. Пал хил, по-моему, да? Да, там уже энх, значит хил. Я на ДК буду, Чеславия на пале, а ты на варе. Первого бьете против Лока. А, Рогаш там будет ходить по рейду. Я вот Рогу сначала. Ну, башу про товар, наверное. А, блин, еще один танк нужен, да. Баш, спекнешься? Там танк плохо. У меня ни камней, ни хрена, сейчас увидишь. У кого танки есть нормально? Дима, я сказал Вара, я там ЧДК, значит, Славия, Энха. Еще раз. Я напишу. Первым Рогу, потом Лока, Жог, потом Звездочка, потом... Зак, по на Шамане. А на Шамане. Блин, подождите, сколько здесь миликов? Кого я еще не назвал? Рога, Вар, ДК, Энх и... Кто? Чего? Четыре же милика. Тогда Занг, поспекайся назад. А Пау там не рыд? Холик. Там Холик Пау. Так у него чё маны так мало? Ну ладно. Он с щитом, во всех. Еще раз, я ДК, Чеславия, Энха, левый Варок, первому Рогу под... Все, погнали.
звезду в окон, дайте. Ромбик потом, блядь. Хулипалок левый тоже рядом стоит. Там по ханту. Да я на ханте сижу. А еще по хилам там играет около проведок пау. Еще маг же. Да, маг еще. Голода меньше всего. Он по пау доиграет и потом по магу. Проведи немножко, Кирилл, сюда, к альянсовскому щиту, то он достает до башни. Паш, в танке, что ли? У нас демон есть в рейде? Вороте должен быть. Два Африка у нас. Софа нет. Кто может спекнуться? После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целые. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Только трофей. Поворот и спекнись в демон.
Тоже можешь спекнуться в ратика. Еще раз. Повороте ты тут. Счастливый спекнись в ратика. Повороте, видать, врага нету. Тогда death by itself. Мой демон death даст itself. Не больше, чем шамановский тотем. Элемовский. Ну, у тебя в демоне 1004 СПН было. 400 на стринке пропал. Дыхнись, пожалуйста, в демон. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны на самом. Берут черную и бьют правую. Я беру белую. Крылатые вестницы короля лича. Пусть состязания начнутся! Пойдем. Во имя темного повелителя, во имя короля лича, вы умрете. Число это. Турнир, дай гейм на ХП. У нас с хилами не то. Смена. Быстрее берите белую и играйте по левой. Пели, нет? Пели, да? Когда на вас черная сфера, ловите черные шарики. Белые не ловите. Когда на вас белая сфера, ловите белые шарики, а черные не ловите. Все просто. Давайте сейчас поближе к черной. Берите черную. БР надо, наверное, дать. О, Кнос БР, не, пожалуйста, Фалариан, а Фалариан Баша. Захильте сразу. Как Ралька БР на Фалариан. Еще один квест будет. Я прохил. Он был Аресис? Как одна? Белым руном. Берите белую. Берите левую. Руки трофей. Кстати, если вам что-то надо, будут у меня. Ты
все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я тебе заслуживаю смерть. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Левый-то и справа мобов собираю, я слева буду собирать. Половину надо больше. Самбаша, чё за... Кулака. Каут паш, не кулак паш. Чаром себя природа. Ой, ты на этого воды кинешь и будешь светом хилить в танках меня и... Я знаю. Уже второй раз. Так. Ты тут начинай. Ходи под босса. Массы побейте сейчас. Два закопались. Тоже под боссу. Справа сверху ледяной. Кто выберет босса, забегайте влево на земле. Поварен. Какого у него здоровья было, когда он скопался? Короче, сейчас выйдет еще один трэш, мы его зальем. Потом переведем. Играйте по контрашу. Там переведем.
все пройти по крыше. Такой раз шумок. На фул держите только танков. Сейчас собираешь трэш и держишь его в стороне от ревда. Ладно, сбей каст, когда он будет у него удар кустовый. Таких людей, на которых дебаф еще. Теневой сбей каст. Пиздец, как нужны. Смотри, вот это нормальный купол у меня, да, микросы. Еба. 13 тысяч, еба. Нормально, значит, все делал, да? Натури, пацаны, не брать. В смысле, плохо, бля. Ноль плащик. ТД. Пять. Так я хилил только трех танков, получается. Че, по ЕП или че? Точно, по РОВу. Оцените их ХПС мой, как я захилил на барака, нормально? Фока нужна, как будто бы. Фоку там нет. Не, запа нужна. Давайте дайте пати на ИП.